мы решили с детьми заняться мыловареньем. Такие вот формочки у меня есть. Сердечко, цветочек. Мишка из мультика «Миша Маша». И вот такое, как яйцо с двумя кошечками. Это все, что осталось у меня из ароматизаторов. Половину сейчас выкинула красители, они просто высохли, засохли. А это вот из какого-то другого набора, который я детям покупала уже сейчас недавно. А вот это мои старые, видите, другие бутылечки. Там совсем по чуть-чуть, но нам хватит. Здесь у меня еще есть блестки, но блестки мы добавлять не будем. Даже еще есть маленькая мыльная основа. Так, и целый килограмм новый. Палочками мы будем размешивать. Делать будем вот в таких одноразовых стаканчиках. Они нам все равно не нужны, уже 100 лет в обед. Так, ну сейчас нарежем мыльную основу сначала. Нарежем? Конечно, надо же ее нарезать на кусочки и расплавить в микроволновке. Ну, класс! Как приятно, наверное, это резать. Да, попробуй. Сейчас попробую. Вот такие вот маленькие квадратики. Да, попробуйте один разочек. Так, дальше, что, какой мы будем делать сначала? Давай сделаем сначала. Можно сделать цветочек. Сначала, а потом мое. Угу. Сначала мой цветочек. Серединка какая будет цветочка цветом? Желтая? Вот смотри, для серединки, видишь, надо совсем чуть-чуть. А, розочка. Так, мы еще нашли формочки. Здесь вот ангелочки, единороги разные, три штуки. Плитка шоколада. А, ну, это вообще виноград. Вот такая елочка. А, вот яйцо-то. Вот да. Я про него и говорила. Оранжевый лучше. Это красный. Ну что, уже застыло? А, да. Я сейчас покажу, как это просто делается. Надо делать это быстро, потому что... Остывает? Да. Вот, например, малиновое варенье. Малиновое варенье? Это ароматизатор? Быстро застывает. Ух, прямо малиновым вареньем. Ой-ой-ой, я боюсь. Ой-ой-ой, я боюсь. Красивый какой. И с малиновым вареньем. Все, сейчас мы ждем. Все, видишь, уже застыло все. Очень быстро. Всё. Нет, все будет одного. Как у тебя будет мыло, что это пахнуть? Ну да. Все разным, ну, что ли? Тогда следующее будет с тыневым запахом для бабушки. То мы посмотрим, и как он застыл. Застывает вообще-то. Ё-ё-ё, слишком много. Как? Это потом убирается палочкой. Ой-ой-ой, смотри, сейчас как. Ее выкидывать? Нет, оставь. Убим уж. Я. Да? Нет, а он будет белый, прозрачный. Давай добавим хотя бы розового, что ли? Давай розовый. Ну вот этого алого, не знаю. Давай. Вот красный. Только капельку совсем. Вот. И ароматизатор побольше. Смотри, как. Что-то превращается. Нет, он прям красный. Наливай на лицо. Стоп, потихоньку. Давай. Еще до конца. Как всё? Раз на лицо хватило. Во, класс. Прям по размерчику. Угу. Сам себя не накормишь, никто не накормит. Бедные детишечки режут себе перекус полдник,
Овощной. Алиска, это мой. Ой, фруктовый салат. Какая разница, вон белый. Алиса, не отрежь пальцы, аккуратно. Нет, так не режут. Так, нарезали мы яблоко и банан. И добавляем такой творожок Мама Лама с черникой. Очень вкусный. Очень будет такой сытный и полезный полдник. Сейчас ложечка влезу. Давай. Вот результат нашего рукоделия. Кирилл сделал себе мишку. Алиса сделала сердечко для бабушки. Это для нашей прабабушки. Это, наверное, Алиса себе оставит. Это тоже. И вот Кирилл сделал еще барашка. На самом деле из цветов у меня получается был только синий, зеленый, красный и все. А, и коричневый. Все. То есть желтого нет. Ну, зеленый я не стала добавлять здесь никуда. Вот такие вот получились мыльца. В общем, из остатков, так скажем. Дети с папой на улице гуляют, а я готовлю ужин. Здесь индейка, стейки. Обжарила, сейчас буду ее тушить, доводить до готовности. Добавила немножко водички. Ну и что-нибудь на гарнир. Всем доброе утро, у нас сегодня пятница, и у меня сегодня день готовки. Значит, что я смотрю на данный момент? Только вот начала смотреть сериал «Секс до и после». Дальше у меня по обоюдному согласию, это все на ОКО, по обоюдному согласию второй сезон. И еще тоже на ОКО «Тень Чикатило», это третий сезон уже про маньяка. Также у меня еще есть сериал «Обвинение», но почему-то сейчас он перестал работать. Ладно, подождем. Так, значит, что у меня сегодня пока что первым делом? Это будем готовить с вами творожную запеканочку. Полкило творога, сметана здесь у меня прям остатки. Поэтому добавлю, наверное, туда сливки для жирности, сочности. Также нам понадобится манка. Еще я добавлю туда изюм, чернослив и курагу. В общем, приступаем к готовке. Ну и, конечно же, яйца, естественно.
Следующее блюдо, которое я хочу приготовить, это пирог. У меня слоеное тесто, остался один листочек. Но, скорее всего, я сделаю не пирог, а конвертики. Значит, пирог или конвертики у меня будут с консервой горбуша. Сюда добавим сейчас лук и вареные яйца. Показываю результаты. Запеканочка пропеклась. Ну, она не очень высокая, но я думаю, она очень вкусная. Я немножко попробовала со дна, там отковыряла. Очень вкусная, сладенькая. А вот пирожки наши с горбушей. Класс. Румяненькие. 1, 2, 3, 4, 6 штук с одного листа слоеного теста. И начинки как раз хватило, даже немножко осталось. Так что приятного аппетита. А мне еще нужно думать, какой ужин сегодня будет у нашего семейства. Так, знакомьтесь, это мой новый друг, напольный велотренажер. Вчера мы его получили на почте, оформила его через Авито, купила 1000 рублей. Доставка из другого города, несколько дней, и вот он у меня. Так, колено у меня замотано. Очень удобно, что он переносной. Его можно брать с собой даже вот хоть куда, хоть в какие-то поездки, если очень уж сильно приспичит. И вот таким образом происходит моя реабилитация. Ну, пока что угол сгиба колена 90 градусов, даже чуть побольше. Вот. И вот так мне не больно. При желании можно сесть ближе, тогда колено будет подниматься выше, угол сгибания тоже будет больше уже. Ну, пока мне столько достаточно. Вот так я сижу. Здесь у меня сериал. Здесь у меня небо. Можно сказать, что на свежем воздухе, на природе, на улице. Нигде, совсем нигде. Нигде.